С вами Ильич, и у нас сегодня новая рубрика «Распаковка», «Мега-распаковка». Ко мне пришли две посылочки от моего партнера из Москвы на Маврикийский ослыкуль. Вот, и сегодня мы начнем. У нас какие-то ништяки здесь и здесь. И, в принципе, я мало чего знаю, что там лежит, даже не догадываюсь. Вот, мне сказали: «Ильич, это тебе будет сюрприз». Жди. Так. Вам интересно, что же здесь такое? Такая посылочка. Вот такая вот. Ха! Вот такая вот. Ха! Так. И с нами мой друг, мой нож с распаковки для выживания, который я еще не выложил, который будет все это резать. Ха! Резать. Так. Вопрос. Или ваше желание, какую хотите вы на коробочку, чтобы вскрыл я первый, вот эту, это номер один, или вот эту, это номер два. Сразу пишите сейчас в комментарии, там один или два, ставьте, кто угадает, тому сюрприз. Потом скажу, какой. Вообще-то я не скажу, это сюрприз. Так что будет сюрприз. Но не посматривать, не перематывать, вы должны сначала угадать, напишите там один или два, а потом уже сюрприз. Потом я выберу, кому это пишу, кто это будет, настоящий человек. Может быть, я его лично буду знать. Получит от меня сюрприз. Ха. Так, ладно. Начнем. Один или два? Выберет ножик. Ножик такой классный. О, два. Кто-то там угадал, кто не угадал. Убираем один. Берем два. Начинаем. Главное аккуратненько ее вскрыть, главное, чтобы ничего не подрезать. Так. Так. Как она вообще закрыта? Так. У нас сегодня дует. Дует ветер. Сейчас я вскрою вот эти ништяки. И пойду я закатну сегодня. А то что-то все дома сидят. Я тут на Маврике, праздник же все-таки. На Маврике, на башкирском Маврике. Так. О. Опа-на, ништяки. А мы уже видим ништяки. А вы их еще не видите? Ха-ха. Так. Что мы тут имеем? Надо вот так закрыть, чтобы вы не видели. Мы имеем пакетики! Пакетики большие! Во, блин! Класс! Целая куча пакетиков. Ништяк! Буду что складывать туда. Что-нибудь. Убираем в сторонку. Дальше. Что у нас тут есть? Что начать бы? О, что у нас тут есть? У нас есть мега-кружка. Спонсорская. Партнерская кружка. Кайт-магазин. С лейблом туда-сюда. Все, ништяк. Буду кофе пить. Ха. На нашей базе, кстати, базе Ильича, кайт-приют. Почему кайт-приют? Я не знаю почему. Потому что две кружечки. Вторая вот тут тоже, пакетики вот. Так, чтобы их не разбить, мы их завернем. Завернем. Положим. Дальше. О, глаза разбегаются. Такие глаза разбегаются. Куда туда? На солнце светит, поэтому я в очках. Не знаю, что у вас там. Но это похоже на кусок тряпки. О! Худи! Неопреновые худи! Под... В ней можно купаться. Она даже с кармашками. Классно! Что, одеть может сейчас по мне? Ионовска. Давайте мы ее сейчас прямо и оденем. И в ней мы продолжим распаковку. Так.
сказать, на тесте, не отходя от кассы. Классно, тепло, хорошо. Блин, я не вижу, зеркала нету. Как я выгляжу? Я люблю все красненькое. С дырочкой смотрите на пузе. Дырочка на пузе, это специально. Ну, пописать не получится высоко. Это под крюк в трапеции. Здесь есть резиночка, чтобы ключи подвесить, наверное. Ну и ладно, классно. Какая она классная, приятная такая. Офигенская. Ништяк, подгончик. О! Это у нас, наверное, ножичек. Стропорез. Да? Дакайн. 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 Ну, такой вот ништяк. Вдруг ты, если запутался, на Маврике у нас тут волны же большие. Ну, катаешься там. Весь там в стропах. Ну, вытаскиваешь его из кармана, где он там, ты его спрятал, вот, здесь в кармане. И начинаешь все стропы резать. Ну, как бы выжить-то надо. Ножичек. Так, дальше. Ботиночки. Ножичек уберем, чтобы его не сдуло. Пакетик, а то улетит. Так. У нас есть три пары ботиночек. Гидрообувь. Разная. Да. Давайте посмотрим, что вот в этой коробке. Рифбут. Рифбут, все понятно. Из тоненького даже это не неопрен. 1.5 миллиметра с раздельным пальцем. Рипкел. Обалденные ботиночки. Какого-то размера. И кружечка еще одна. Ха! Молодец! Какой-то магазин. Дядя Миша еще одну кружку подогнал. Так, хорошо. Дальше смотрим. И что мы тут видим? Мы тут видим такие же ботиночки. И видим еще одну кружечку. Ха! Хорошо. Какой сюрприз! А что же в этом? Пишите в комментариях, там есть курочка или нет там курочки. Если там есть курочка, то смотрим. Ха! Та-дам-та-дам! Кружечка! Ха-ха! Еще одна. Ништяк. Вот эти ботиночки уже такие классные. Супер софт. Такие вот они вообще просто зачетные. Классные, большие, высокие. Самый то на Маврике кататься. Так. Ботиночки. Идем дальше. Что такое зелененькое лежит? Ну, это кайтовый насос. Айраш. Хорошая такая зачетная штука. Нового поколения с манометром. Дальше. Еще одна кружечка. Нос вы уже видели. Шапочка неопреновая. Размер М. М, наверное, мне маленькая будет. Да. Но такая шапочка неопреновая. Классная вообще, ништяк. Перчаточки MP. Какие они классные. Ну, какие хорошие перчатки.
ништяк. В них удобно, руки не натираются, они теплые, можно мочить, можно вообще в них находиться под водой. Так. И еще одна худи. Такого сине-зеленого голубого цвета. Ну, такая же, как красная, мерить я ее не буду. Так, что у нас еще есть? Так, еще одна шапочка. Pro-Limit. Pro-Limit, размер XL. XL. Есть. Так, еще одна шапочка Pro-Limit, размер XL. Синего цвета, синего-голубого. О, еще одна шапочка. Классная. Pro-Limit. Меркури, размер Элька, 17-го года, ништяк. Еще одна кружечка. Ха! Целый тут этот сервис мне Миша прислал. Ну ладно. Так. О, да, ну и вылезь человек. Из ниоткуда. Гидрокостюм. Pro-Limit. Pro-Limit. Что тут у нас? Какой Pro-Limit-то? XXL 5.3. Голубого цвета. На большую жопу. Смотрите, какая жопа большая. XXL. Ну, нормально, классный костюм. Так, что у нас там? И еще один. И еще один. Такой же костюм. Такого же Pro-Limit ставил, только серенький. Вот. Тоже на большую жопу, тоже XXL. Так. Ну, содержимое первой коробки у нас закончилось. Запаковываем все обратно и отправляем обратно Мише. Ну что? Приступим ко второй посылочке. Тяжелая. Бля, что там такое в ней? Ладно, не будем ваш. Я тоже хочу быстренько посмотреть и пойти кататься. Та-да-дан. Что мы видим? Мы видим пакетики опять. Ха-ха. Маленькие. Бля. Маленькие пакетики. Положим ее в первую коробку. Так. Выкладываем. На посуде, видимо, это кайт фирмы Airrush DNH. Чё, какой размер? Зелененький цвет, новенький. Где тут? Где маркировка-то? Так, 16-го года, 17-й размер. Классно. Моя прелесть. Я люблю кайты. Ладно. Отошли от этого. Дальше. Что это такое? Непонятное существо. О, я понял, что это. Это ветерок. Ха-хай. Теперь у меня на базе есть эта херня, которую ветер показывает. Как она называется-то? Напишите, как она называется, в комментарии. Я не помню. Как там? А не этот, колдун, не колдун.
Может быть, это шапка? Классная вещь! Нобеле! Серьезно, напишите в комментарии, как эта штука правильно называется. Кто знает? Так. Чтоб не сдуло. Еще один насос мега-пампер. Мистик. Мистик. Так, сюда положим. Так. Что у нас тут? Кружечка. Еще одна кружечка. Кружечку в сервис. Так. Это жилет. По всей видимости, кайтовый спасательный жилет. Что, классно я выгляжу? Он мне маловат. Так, походим. Так. Трапеция Мистик. Какого-то старого года. Ну, Мистик как Мистик, чё. Классная, быстросъемная трапеция. Проверенная временем. Что-то у нее нету, я не вижу, ничего тут нету. Ну, такая обычная трапеция. Что тут смотреть? Что на нее смотреть? Пусть лежит. Размер XL на большого толстого дядьку. Так. И у нас еще осталась последняя трапеция. Мистик Варьер 17 года. Такая она прямо. Прям такая вся такая стайловая. Вообще классная. Так, что тут у нас есть? Быстросъемный разъем. Очень удобно, кстати. Еще в трапеции есть ножичек такой. Кайтовый резовый. О! Удобно, кстати, Мистик сделали крепление лиша прямо за крюк спереди. Очень удобно. Это когда ты короткий лиш используешь. Очень удобно. Так, смотрите, как она выглядит. Бодренько. Ладно. Запакуем это все обратно, чтобы не пылилось. Пойдем наконец-то тестить семнашку. Так, и это была рубрика кайт не стишки получается, судя распаковки. Это была рубрика распаковка с Ильичом на маврикийском маврике. На маврикийском ослыкуле. И что вам еще рассказать? Присылайте свои посылочки, я их буду распаковывать, мерить, одевать. Что еще вам надо рассказать? Ну и все. До свидания. Не забудьте поставить коммент, там дизлайк, лайк, подписаться на канал, но еще и с кем-нибудь поделиться, чтобы кто-нибудь тоже это увидел. Не только вы, не будьте единоличниками. Делитесь с миром добротой и позитивом. Пока, народ. GoPro, стоп видео.